Всем привет, с вами я, Даша Воинова, и сегодня мы снимаем новое шоу! Это шоу, которое я вам обещала заснять, и наконец-то я его снимаю с Викторией Горчилиной! Всем привет! Подписывайтесь на ее канал, на наш инстаграм, и ссылочка в описании. Итак, ребята, в общем, у нас всего 3 раунда. На каждый раунд дается 25 секунд, и у нас есть вопросы, подготовленные для Вики, а у Вики для меня, да. На раздумку вопроса дается 3 секунды. Если мы не вложимся в 25 секунд и остановится время на Вике или на мне, это считается как проигрыш. И, например, остановилась на мне, то Даша будет загадывать мне желание. Да. Если остановилась на Даше, то я Даша. Всего 3 раунда, и кто-то из нас должен проиграть 2 раза. Если будет ничья, то мы будем скидываться на Зюйфа. Объясню, почему называется интервью, так как все вопросы мы должны задавать быстро. Цуефа, Цуефа. Вика первая. Мои глаза. Голубые, как дела? Хорошо. Сколько мне лет? 12. Как зовут мою кошку? Тося. Когда, какого числа у меня дре? 12 марта. Да. Твой любимый блогер? Катя Адушкина. Кто мне нравится? Я. Что написано на твоей футболке? Вика. Бабушка или чипсы? Бабушка, как зовут твою маму и папу? Катя и Дима, чай или вода? Чай. Мать или русский язык? Русский. Какой у меня телефон? Шестой. Да нет! Алле, алле, алле! Моя лучшая подруга. Настя, сладкая? Сладкая — это конфеты. На чем я играю? На пианино пенан. Это ручки, карандаши. Сколько лет я хожу в музыкалку? Не знаю, 5. Школа. Это источник знаний. Была ли я у тебя на ночевке? Нет, не была. Молоко-тире? Молоко-тире — это вода. KFC или Мак? KFC. Шоколад-тире? Шоколад — это сладкое. Машина или велосипед? Машина Настя или я? Ты. На мне остановились. Сестра-тире? Брат. Телефон или компьютер? Телефон. На голове у тебя? Ничего. Или лайк? Тикток. Танцы или дудочка? Танцы. Штаны или шорты? Штаны. iPhone XS или XR? XS. Хожу ли я на танцы? Да. Быть здоровой или счастливой? Быть здоровой. Мама или квартира? Мама. Давай. Какого числа вышел твой канал в Ютубе? 27-го. Влог или видео? Влог. Дом или квартира? Дом. Какого цвета у меня пенал? Да это нечестно! Розовый, розовый. Тут уже я выиграла. Да, я выиграла. Что не так с этой девочкой? Все так. Я посоветуюсь с вами в инстаграме и увидим, что делать с Викой. Я придумаю сейчас 2 желания. И она их выполнит. А вы выберите какое-нибудь. Так. Давай!